Почти только от вас будет зависеть судьба сегодняшних конкурсантов. Но есть приятные моменты в моей работе. Я с большим удовольствием объявляю членов компетентного жюри, которые, бросав все свои работы, важные дела, посещение врачей, потому что многие из них были пожили уже, как только узнали, что в эти годы день города стали за полгода готовиться к этому событию. Дамы и господа, я приглашаю на эту сцену красавицу, певицу, мать, как и мать ее, Полина Гагарина!
Шипкова! Наша сейчас событие. Сейчас мы посмотрим на экран и по итогам СМС-голосования определим первого прошедшего финала. Итак, вы видите нам, пожалуйста, не меня, но вообще там уже сзади я вообще не очень, да. И тут тройку тоже ничего. Итак, вы видите нам, пожалуйста, на экран в процентном соотношении, как распределились голоса зрителей. Итак, прошу, напоминаю, что, во-первых, голосование закончено. Это я вам официально объявляю. Напоминаю, голос 1 – София, голос 2 – Михаил, голос 3 – Мария. Итак, прошу на экран, вы видите результаты голосования. Ну что ж, София выходит в следующий тур. Соня, два слова скажи, пожалуйста, рада? Очень рада. Я сказал два слова. Это первый вышедший финал. Господа, члены компетентного жюри, я должен с прискорбием заявить, что обсуждения окончены. Перед тем, как... Александр, перед тем, как вы скажете, давайте дадим высказаться сначала членам жюри, а вы подведете общий итог. Согласны? Прошу, Валерий Шатаевич. Да. Во-первых, я хотел бы попросить звукорежиссеров сюда прибавить микрофон. У нас нет этой опции. У нас отскок идет очень сильно. И мы сбиваемся. Извините, сейчас. Раз. И ок, полегче. Не надо. Ладно. Все ребята были хороши. Но Софья Миронова... Давайте вы не будете подводить итог, вы общие фразы скажете. А Александр уже объявит ваше решение. Все прекрасно. Мы вот эту вашу фразу из голоса на Первом канале вставляли куда вам хочется просто. Полина Гагарина. Мою какую фразу вы вставляли? И в слезы. Пока я держусь за всех сил. Я поздравляю ребят, что в юном прекрасном возрасте вы такие осознанные, собранные, цельные, чудесные выступления. Спасибо. Спасибо большое. Сан Саныч, ну а теперь объявите, пожалуйста, решение жюри. По решению жюри вторым финалистом будет Мария Житкова. Машенька, мы тебя поздравляем. Девочки, совершенно спокойно вы теперь можете идти готовиться. Уходите, мы с Мишаней остались. Миша, сейчас я почитаю, что тебе тут причитается-то. Миша, это же не просто так. Мы тебе дарим диплом, потому что ты уже был в тройке лучше. Что на дипломе написано? Дай-ка я почитаю. Ага. Михаил Брянцев. Диплом награждается участник. И подписи Гагарина, Меладзе, Бантыкина. Ну, вы помните, ребят, как вы подписывали, да? Диплом, конечно, да. Мишенька, мы тебя поздравляем, спасибо тебе большое. Мне кажется, что у тебя большое вокальное будущее. А тебе что, педагог, говоришь? Ты хорошо танцуешь?
быть в финале. Николай, не слушайте Диму. Прекрасная песня. Спасибо. Подожди, я хочу... Пожалуйста. Так вот,
Никитос, это было круто, правда. Это было очень ярко. А, может быть, чуть-чуть не хватало того самого голоса. Хотя тембр убойный. Поэтому наши голоса за первую очередь. За Николая, да? За Николая! Ну что ж, Николай, Сюша, вы идите готовиться, Никита. Тебе диплом. Поэтому даже не печалься. Впереди большая жизнь, большая карьера. Ты уже дипломированный конкурсант, и мы тебя благодарим. Смотри, какая армия у тебя, поклонников.